искали, и этот транспорт... 30 мая Магадан присоединится ко всероссийскому полумарафону «Забег». В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21 километр. Организаторы отметили, что в день массового забега в Магадане планируют провести праздник спорта. Дороги в городе будут перекрыты с 13:30 до 20:30. Города для людей, а не для машин. Пусть люди походят в этот день по городу. Я же вам говорил, когда мы проводили полумарафон с Кенросом, утром, Оля, во сколько? В 7 утра люди приехали на велосипедах, на самокатах, пришли пешком. Город чистый, не задымленный. Пешком пришли, кто-то прибежал на разминку, которую Землицкая проводила, Наташа. Поэтому ничего страшного, походят по городу пешком. Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона на Колыме выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые 1000 участников забега из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Спортсменам будет необходимо оплатить только страховку. Атрибутика вся пришла на все 1000 комплектов. Человек сегодня мы ее будем получать в Минспорте. Номера у нас пришли, есть старые номера, мы их обкатали, получается, систему старт-финиш. На Магаданской площади, когда будет открытие, будет звучать подборка работы диджея, и потом уже к финалу ближе будет работать тоже группа. Вопросов у нас как бы нет, единственное, что погодные условия. На 4 промежуточных финишах будут работать музыканты. Также, уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель забега – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте «Забег РФ».